из Индии на Алтай. И вот эти святые места алтайские, они сохранили индусы до сих пор. И вот как показательно, что это действительно была тюркская культура, я хочу что сказать. В Индии работал у меня отец, когда я еще в школе учился. В частности, в штате Ассам, ну, по Северной Индии. И он общался на кумыкском языке с индусами. То есть язык прекрасно был сохранен. Он общался, говорит, никаких вопросов, сложностей не было. То есть это говорит о чем? Говорит о том, что индусы знают нашу историю значительно лучше, чем мы знаем. Потому что есть там город Сарая, где музей, у них большой богатый музей собран. Именно вот по древней культуре Индии. То есть эта культура тюркская, это именно с тюркских начал, и которая ведет в конечном счете на Алтай. То есть это говорит о чем? Говорит о том, что наше самое слабое представление о географии тюркской культуры, о тюркской географии, точнее говоря, позволяет сегодня говорить о части целого. Например, вот